Привет, меня зовут Эван Нисельсон. Я инвестор в LDV Capital и ментор 500 Startups, SeedCamp, TechPix, Founders Institute и многих других акселераторах по всему миру. Я постоянно ищу новые компании для инвестиций. Как правило, мы вкладываем 25-50 тысяч долларов. В этом году планируем инвестировать в 20 компаний. Мы очень часто ищем компании в Европе, особенно восточные. Я считаю, что это отличная возможность вкладывать в местных талантливых людей, у которых есть доступ к отличным технологическим ресурсам и шансы показать себя на глобальном рынке. Думаю, самый правильный подход к бизнесу — это заняться решением проблемы, которая тебя самого порядком достала и которую пока еще никто толком не решил. Все почему-то думают, что у соседей трава зеленее. Все хотят ехать в Силиконовую долину. Но в России свой огромный рынок. Занимайтесь тем, что хорошо знаете. Решайте проблемы. Начинайте с малого. Решайте реальную проблему. Пишите историю своей компании. Это самое важное. Клиентов и инвесторов интересуют линии, а не точки. Все хотят увидеть на графике не данные, а тренды. Тогда пользователи поверят в ваш продукт, а инвесторы будут вам верить как своей подруге или байфренду. Одна точка — это пресс-релиз, другая — вы объявили о партнерстве. Потом точка внизу — это упал сервер. И линия идет сначала вверх, а потом вниз. А потом ты получаешь e-mail. Мы справились с поломкой. Получается линия. Любой предприниматель должен стремиться создать такую линию, которая направлена вправо и вверх. Это и есть успешный бизнес. Так что я считаю, лучший способ этого добиться — начать с того, в чем хорошо разбираешься. Да, амбиции нужно иметь большие, но действовать надо поэтапно. Как Google. Амбиции у них были организовать всю информацию в мире. Но начинали они с пары серверов. У них тогда не было почты, календарей и прочего, у них был только один продукт. Или Amazon. Они всегда хотели сделать такой огромный сайт, как сейчас. Но начали с очень узкоспециальной литературы. Ни игрушек не было, ни кино, ничего. А многие предприниматели этого не понимают. Они хотят сделать все и сразу. Но начать надо с чего-то одного. И уж дальше планировать свои шаги. Это марафон. 42 километра. Если цель большая, надо спланировать весь забег. Не справившись с первой милей, до конца не доберешься. Лучше добежать последние километры медленно, чем вообще не прийти к финишу. А многие предприниматели слишком много сил отдают на старте. План Б на сайте rbk.ru.